находимся в торговом центре «Огни города», город Санкт-Петербург. Адрес наш — Зина Портновая. Вот Зина Портновая. Это Милютина Дмитриевна рядом со мной сидит. Меня зовут Наталья. И вот хотелось бы узнать, Милютина Дмитриевна, расскажите нам, от чего вы уже избавились, пока пользуетесь нашим оборудованием. Знаете, я очень благодарна вашему островку. Тем более я близко живу. Есть по возможности приходить сюда и искать свое здоровье, которое потеряла. Классно, классно, здорово. Ну что, я уже месяц вас посещаю. И дома чем-то пользуюсь. И дома приобрела я подушку. Вот такую, да? Да. С нефритом. С нефритом, да. Приобрела массажер с насадками. Так. Вот такой. Инфратап. Инфратапчик. Да, вот такой, да. Вот. И дома мы занимаемся. Чем пользуюсь мы дома? Дома пользуюсь. В данный момент я пользуюсь подушечкой. Чем она помогла вам? Помогла, во-первых, усталость у меня прошла. Сейчас я могу целый день с полной энергией заниматься с детьми и по хозяйству. Классно, здорово. Давление упало. Нормальное стало давление. А сколько было и сколько стало? Было у меня 150, например, 160 на 90. Сейчас у меня 130 на 80. Космос можно отправлять, да? Да, да. Все понятно, вот. Хорошо. Ну и что еще я заметила, что похудела. Самое главное. Очень, кстати, важно. Своему юбилею я буду выглядеть прекрасно после ваших сеансов. Классно. А и дома. Как определили, что похудели? Весами? Весами. У нас есть весы дома. Да? Да, да. И, конечно, я еще хочу приобрести вот ножной. А чем вам ножной понравился? Вы знаете, вот приходя к вам, я сижу вот здесь, да, грею свои эти самые ножки. Прихожу домой, и до сих пор эта теплота сохраняется на всю ночь. Конечно, очень хорошо. Очень хорошо. Я очень довольна. И родные, по-моему, тоже пользуются. Ну, знаете, вот дочь у меня приехала на Новый год, взглянула на массажера, она говорит: ну, мама, подари мне на день рождения, понял, массажер. Ну, я, конечно, подарила вот такой массажер ей, а это оставила себе. Ну, я опять... сама себе еще конечно. Подарю, я думаю, да, и еще все впереди. Ну, может быть, и подарю когда-нибудь. Здорово. Ну, и мы очень рады, на самом деле, что у вас такие результаты. Что можете пожелать нашей что? Компании, нашим вашей компании развиваться, приобретать еще больше массажеров, а мы будем покупать. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Вам здоровья.